Да, уважаемые телезрители, сейчас будет происходить нечто. Я буду играть в футбол в квартире. Значит, объясняю правила так называемого домашнего футбола, который я сам придумал, ну, такой вид спорта. Значит, берется там обычная самая табуретка. Она устанавливается в один конец квартиры, другая табуретка устанавливается в другой конец квартиры. И, собственно говоря, играть. Сейчас я буду играть один, как за «Спартак», так и за «ЦСКА» пройду условный матч. Но по форме, конечно, все вы обратите внимание, что я болею за армейцев Москвы, а не за это голимое мясо. Ну, давайте это самое про формат. Значит, два тайма по 6 минут, между ними перерыв 4 минуты. Формат так называемого чистого времени, то есть не будет никакого добавленного времени, чтобы не происходило в этой квартире. И, собственно говоря, потом также 4 минуты перерыв, ну, после второго тайма, если будет ничья, потом овертайм до первого пропущенного 3 минуты. Но если первого пропущенного не будет, тогда уже будет серия пенальти. Давайте. Да, вы не увидите, к сожалению, некоторых моментов игры, вы будете смотреть только вот тут вот. К сожалению, у меня камера одна, поэтому приходится вот так вот. Так что, извините, на Google Pro, к сожалению, денег нет. Ну, давайте-ка приступим к футболу без лишних слов. А, мячом буду играть. Вот таким вот. Вот он. Вот он у меня. Покоцанный. Все, понеслась игра. С центра поля. С центра поля начинаю. Ох. Ох, ну есть еще у меня пока минутка, потому что я засекаю время по часам. Ну, там, чтобы ровно было, должно быть 30. Так что еще минутка у нас есть, и мы начнем. И мы начнем. Значит, да, первый мяч, короче, вводит ЦСКА. ЦСКА будет бить оттуда в первом тайме, Спартак будет бить туда, и, ну, потом они, естественно, поменяются, да, после перерыва. Так, значит, 20 секунд до начала, значит, 15 секунд до начала. 10 секунд. Обратный отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. Свисток. Понеслась игра. Удар. И сразу он хлесткий, но мимо. Эх, мяч улетел. За шкирку. Удар. Мимо. И ЦСКА ведет игру. Так, мимо. Ах, неудачно выбрасывают армейцы мяч. А точнее, спартаковцы. И я буду выбрасывать. Аут. Мимо. Ну сейчас будет атака Спартака. Ах, пропустили. Пропустили защиту. Идет добивание. Но тут справились. В угле удар. И еще удар. И еще. Ах. Мимо. Надо ложить. Да, Настя. Ушел. Аут. Да. Мимо. Все тут пытаются что-то сделать. Проход, удар! Ах, штанга! Штанга спасает! Ворота Спартака. Что, так, минута прошла. Спартак атакует. Неудачно. Мимо. Еще удару. И успевают армейцы, но не успели они окончательно. Выбиваем мяч, говорят спартаковцы.
Выбери! Выбери мяч! Удар! Мимо! Мимо! А теперь придет ЦСКА! Удар! Мимо! Вот еще удар! Нет, Спартак! Подкатит, выбивает мяч! Мяч! Удар! Мимо! Мимо ворот! Что творится сейчас? Неописуемо! Вот! Вратарская! Да! Мимо! 2 минуты прошло! Чувствуй, Спартак! Выбывает мяч! Нет никого. Нет никого. ЦСКА! Вторая штанга. Армейцев. Из поста. Мяч вылетел. Где он? Тут он. У меня. Но и... Что? Летит мяч. Мимо. Айда Загоев. Айда сукин сын. Итак, удар спартаковца. Нет, еще удар. Но это был самый опасный момент Спартака, но не точный. Удар серия рикошетов, но все тщетно. Пока все тщетно. Уже несколько опасных моментов, но нет. Нет, пока. Что? Итак, удар Спартака. Удар легкий с дальней дистанции. Но ты точен. А теперь удар ЦСКА. Удар. Мимо цели. На часах. Еще 2 минуты играть. Ушло. Сейчас. ЦСКА! Удар! Удар мимо. Мимо ворот. Минута начала играть в первом тайме. Удар. Неточный. ЦСКА. Возможно, это посередок. В первом тайме. Удар! Мимо. Мимо и... Что? Свисток! Закончены пока что первые 6 минут матча. Ничья 0-0. Но очень напряженный. Игра. Сейчас пойду попью немножко водички. И мы с вами через 4 минуты продолжим, друзья мои. Но теперь уже оттуда будет бить Спартак. Попил я водички. Ой. Вот такое вот бывает. Пока перерыв, давайте с вами на счет футбольной темы, значит, так. Конечно, матч Зенит-Утрехт был не совсем-то. Я получил удовольствие, сожалею только об одном, что не было серии пенальти.
Это было вообще круто. Фу, для того, что Краснодар проиграл ЦРВ, не зря сделал ответной игре или там по сумме. Ну, неважно, короче, не прошел следующий раунд Лиги Европы. Теперь, дорогие друзья, ждите, обязательно зуб даю над осечение, что это самое в магните. Да, Краснодар не получит некоторые миллионы за выступление в групповой стадии Лиги Европы. И поэтому ждите повышение цен в магните. Безусловно, тут даже говорить не приходится. Если, конечно, Галицкий не продаст кого-нибудь другому клуб свой. Что, как вы понимаете, навряд ли, по крайней мере, в этом сезоне. Так, ну у нас еще 2 минуты, пока идет перерыв. Финал следующего года Лиги Чемпионов будет в Киеве. И круто будет по драматизму и по накалу происходящего. Конечно, я не имею в виду спортивные состязания, а ту политическую ситуацию, которая сложилась сейчас у нас в стране, так и за пределами, чтобы финал Лиги Чемпионов 2018 года вышел в ЦСКА. И я понимаю, что эта мечта несбыточная, но я хочу так. И Спартак там, либо ЦСКА, но Спартака хоть фанаты позабористи, под Россию будут, но тем не менее, вы представляете, Киев, 2018 год, ЦСКА, сама история клуба, да, как бы, вот, это, и если еще выиграет, или проиграет, это будет вообще круто, но боюсь, что такого не будет, а если будет, то либо не пропустят нашу команду туда, в Украину, ой, либо что-то себе сделают нехорошее. Не хотелось. Итак, у нас 1 минута на перерыв. Я сейчас уже должен бежать на центр клуба, устанавливать вот этот самый мяч. Вот он, покоцанный, друзья мои. Джонни Бой, Джонни Мальчик, пошел. Устанавливаю мяч на центр. Не знаю, видите ли вы... Но я устанавливаю мяч, теперь здесь сюда будет бить Спартак. Итак, я смотрю на табло. Нет, еще, знаете, время не подошло. Еще все-таки чуть-чуть времени у нас осталось, совсем немного времени. Мяч уже установлен на центр поля, то есть на центр квартиры. А, все, свисток, второй тайм. Счет ничейный 0-0. Вводит Глушаков мяч в игру. Поехали! Неудачная атака под борт спартаковцами. ЦСКА заблокировали. Удар. Мимо. Еще удар. Итак, удар. Гол! Гол забивает Спартак. 1-0. По нашим правилам, если гол забивается, значит, не с центра поля начинается игра, а с вратарской. И поэтому сейчас будут выбивать ЦСКА со своей как бы площади, со своей площади ворот. Ну, в общем, поехали дальше. Так, удар. Удар. Еще. Ух! Конечно, ЦСКА надо отвечать! Ну что делает Спартак? Он идет вперед и удар! Мимо! Будет еще удар! Еще мимо! А вот сейчас это не засчитывается. Он стоит его добивание и по-прежнему счет остается 1-0 в пользу Спартака. Играем, друзья! ЦСКА в атаке! Удар мимо! Тут что? Удар в штангу! А ну! Эх! Мимо! ЦСКА! Это нарушение правил было! Штрафной очень близко! Штрафной от вратарской! Сейчас я буду бить! Удар! Что это, гол? Да! Это гол! ЦСКА! Забивает! Один! Забил! Жалует не
увидите, но у меня просто нет второй, третий камер. Так. А вот Спартак. И что, мяч прошел очень близко, но не точно. Итак, счет 1-1. ЦСКА. ЦСКА идет вперед. Спартак. Все в рамках правил. Выземляй, вперед, туда. Мимо. Мимо ворот. Выбить. Главное выбить! Удар! Мимо! Мимо! Ну, еще удар! Гол! Гол! ЦСКА! Забивает второй мяч! 2-1 в пользу армейца! Ух! Спартак, там будет выбивать со своей половины. Так, 2. Один. Удар. Сергей Кашетов, удар. И еще удар. Ух. Мяч далеко. Ну, что? Попадает мяч. Ух. В удлинитель. Это не гол. Что со временем у нас еще... 3 минуты второго периода. Счет 2-1 в пользу ЦСКА. Так. Мяч ушел за линию ворот. Итак, кто перехватывает? Спартак. Нет, неудача. Нет, ЦСКА. ЦСКА! Забивает третий мяч! И вновь, который раз осуди, что не купил камеру Google Pro, которая у меня на мозгу крепится. Ух! 3-1! Сейчас немножечко надо вновь подправить свой носок. Итак, игра, конечно же, игра. Так, перекладина. Что такое? Все сегодня просто за ЦСКА. Минута, 3-1. Ну что? Отыграется ли Спартак или нет? Мяч вводит в игру ЦСКА. И они выпинывают мяч. Удар. И еще один удар. Не будет. Нет. 3-1. Весомый счет. Мимо. И Спартак выбрасывает. Все. Как же так можно? Спартак проиграл. Отрывка. ЦСКА выиграл. Вот это был матч у меня в квартире. Ставьте лайки, подписывайтесь. Надеюсь, когда-нибудь куплю камеру Google Pro. Тогда вы увидите больше моментов и больше забитых голов. Всего доброго. До свидания.